Здравствуйте всем, дорогие друзья! С вами я, Камарачев, рад всех приветствовать в очередной рыбалочке 4.0. И мы с вами начинаем старт этой рыбалки с озера Комариное. И что ж, смотрите, у нас потихонечку рыболовное братство прибавляется, что меня очень сильно радует. Огромное вам всем спасибо, кто добавляется, кто пишет, кто играет. Всем большое спасибо. Также на видео передает привет Димон11. Всем подписчикам и зрителям, поэтому вот он писал, обязательно передай привет всем, так что огромное привет от Димона, Димону тоже привет, все как бы по красоте. Вот, желаю тоже они встань чешуи, все отлично. Итак, что мы делаем? Сейчас я хочу прибежать, как всегда, где можно половить карася на место на определенное и половить карасика. Давно не был на Комарином, я не знаю, как будет клевать, что будет, как будет, правда. Но прибегу и хочу проверить. Может быть, будет вообще все офигенно. Написано заброс за кувшинки. Так, за кувшинки. А, ну вот понятно, вот тут здесь. Сейчас я разберу снасти свои, все поставлю. Поставлю, наверное, вот эта каша перловая. И крючочек еще советую 10-й ставить. У меня средний 10-й. Давайте. У меня мало 10-х крючков. Я купил себе вишню, думал, как бы вишня поможет. Но, увы, я оказался немножечко... Ну как, я не посмотрел, что у меня прокачана оснастка вишневая. Ну, то есть, короче, как вы понимаете... Как она там называется, забыл. Короче, она у меня не прокачана. И в итоге так получилось, что на нее я ловить пока что не могу. Ну, не могу и не могу. Тут не прям ничего такого страшного нету. Немножечко надо просто прокачать, и будет все офигенно. А пока я хочу половить здесь карася. Ставим перловочку и посмотрим. Давно я тут не был. Я понял, что сейчас на данный момент на остроге делать действительно нечего. Что-то на моей точке возле линя, точнее на лине, где я был, линь как-то клевать перестал. Либо я его разучился ловить, не знаю. И карась тоже что-то там активность свою поубавил. И как-то я так подумал, лучше я пойду на комаринку и здесь попробую половить. Не знаю, как пойдет дело, но все-таки я как бы в надежде на неплохой улов, потому что деньги мне нужны. Деньги нужны как никогда. Хочу сегодня рассчитываю где-то монет на 40. А кстати, у нас уже большая температура, если не ошибаюсь, и клев обещает быть очень грустным. Но будем смотреть. Долго ждать не пришлось. Первая поклевочка. Сейчас посмотрим на наш трофей. И я забыл в кормушке набить прикормку. Плотва обыкновенная. Давайте набьем прикормку. Прикормка у меня вообще обычная. Не то что классическая, а вообще просто обычная тупо прикормка. Знаете, из самых дешевых материалов, которые только можно купить на рынке, самый первый я собрал себе эту прикормку. Поэтому, в принципе, ставьте, тоже себе собирайте. Я думаю... действовать будет, ну по крайней мере вот я сейчас зарядил на эту удочку, посмотрим, вот эти когда клюнут, эти тоже зарядим. И вообще у меня такие мысли, что наверное надо переходить с этого места в какое-то другое, потому что здесь, ну по крайней мере как я вот смотрю, у меня пока что что-то как-то не очень по клеву, правда не очень. Одновременно, ребятки, две удочки. Кто интересно тут ловил недавно на днях, напишите в комментах, тут вообще трофей реально поймать на перловую эту, на перловку или нет. Но плотвичка вот идет, в принципе, неплохо. Я так понимаю, тут далеко кидать не надо, вот где-то выдерживать 40%, вот так вот и хватит. Гляньте, как загибает. В принципе, я думаю, должно. О, еще пошла жара, ребят, пошла жара. Сейчас мы еще зарядим вот сюда зарядим тоже прикормочку. Чтоб прикормочка у меня была везде. И уже будем закидывать. Вот, да, 44 буквально процентика на закидон хватает, мне кажется, с головой. Если будут все зачетные рыбы, то будет великолепно. Видите, вот температура, ну, лещик не зашел, зачетненький. Видите, температура немножечко подспала, и пошел клев. Вот когда было 18,5 под 19,
клёва не было. А вот немножечко, вот буквально вот она подспала, все, карасик пошел. То есть вот он любит вот такую температуру 15, 13, вот 12. Вот в этом диапазоне карасик любит. Я уже заметил эту фигню. И когда ветра мало, вообще класс. Итак, дамы и господа, у нас утречка уже близится. Я перешел на другое место, на точечку 37-56. Я думаю, это всем такая известная точка достаточно. Люди здесь ловят, я здесь ловлю первый раз. О, за 1 килограмм зашел карасик. Ловлю здесь первый раз. Пока, по клеву мне нравится. Вот я как только пришел, уже выловил порядка 3 рыбок. Вот эта вот средняя удочка только почему-то простаивает, я не знаю. А так вот на вот эти две у меня клюет. Мне это нравится. Может быть, эту перезакинуть надо? Не знаю. Давайте сюда прикормочку зафигачим. Может, из-за прикорма? Что, прикорма нету? Давайте поставим. В чем проблема? Проблем не вижу. 43. Угу. Надеюсь, то, что я его сейчас похвалил, этот клев, он не испортится. Очень сильно надеюсь, потому что все-таки хочется нормальный такой, живенький, быстрый клев, наловить рыбки, отлично, то есть заснять видео, показать вам и в итоге как бы на этом закончить. Но пока не знаю, пока такого нет. Видите, пока что это клев опять затих. Температура вроде бы... О, пошло, не зря перекинул. Температура вроде бы приемлемая, все как бы приемлемое, но... О, идет главное зачетик. Зачетик это хорошо, ребят. Зачетик это очень даже хорошо, я бы сказал. Так, есть. Да, экземпляры тут идут нормальные. Точку, по крайней мере, вот на данный момент могу рекомендовать. Вот если бы так вот клевало постоянно здесь, вот вообще, знаете, как без перебоя закинул, да, там... Подождал минуту, уже у вас клюет. Если бы так постоянно было бы, то это было бы вообще просто чудесно. И, кстати, огромное спасибо подписчику, который подсказал, что нужно, можно точнее на эрку просто проверять, рыба сидит на крючке или не сидит. Я до этого как-то не знал эту фишку, теперь как бы проверяю. Огромное спасибо за подсказку, за совет. Намного удобнее, когда ты на R-ку нажал, понял, что рыба не сидит, и обратно поставил снасть, подкрутил катушечку, и все, у тебя все гладенько, все красиво. Очень помогает. Глядите, уже 12 рыб в садке, да, вот только утро, только пришел, 12 рыб, караси клюют, вот даже лещик подошел. Мне нравится, пока меня устраивает. Если так и будет, это как бы и опыт идет, и, естественно, прокачка донки, прокачка удилища, которое нам нужно. Может быть, мы еще с вами и трофеи вытащим. Я думаю, у меня эти спиннинги позволят вытащить трофейного карасика. Хочется в это верить, что они все-таки позволят. Еще, мне кажется, наверное, свою роль играет прикормка. Все-таки она как-то, наверное, влияет, прикормка, на все это дело, потому что, как видите, да... Прикормка стоит и клев идет. Вот, как гляньте, вот на все уды, да, вот сразу практически клюнуло. Мне кажется, все-таки, наверное, какую-то роль она играет определенную. Ну, дай бог, дай бог. А, тут она уже вообще закончилась. Тут она уже закончилась. А, ну, кстати, прикормка... Подождите, если я не ошибаюсь, она идет на один заброс, правильно? Да, она идет на один заброс, то есть, грубо говоря, вы прикармливаете какое-то место определенное, это если вы на клипсе, наверное, ловите, вы прикармливаете определенное место, делаете закорм, а закармливается клетка, наверное, 2 на 2, ну это, к примеру, я просто так логически предполагаю, квадрат 2 на 2, и в этом квадрате вы ловите. Вы вот выкидаете снасть, примерно в эту квадратуру стараетесь попасть, чтобы у вас там был клев, чтобы там рыба была на этой точке, она была закормлена, и как бы было все четко. Я так понимаю, наверное, оно так и работает. Возможно, я не прав. Если я не прав, то можете, конечно, меня опровергнуть и что-то дополнить в комментариях или полностью свою теорию построить. Но мне кажется, что все-таки я, наверное, прав в этой сфере. Ох ты, неплохой карасик, неплохой. Хорошо так потянул, хорошо.
На кило, на кило. Ребят, на Комаринке ловить одно удовольствие. Зря я ездил по всяким острогам, по вьюнкам и пытался там что-то из себя строить, крутого какого-то знающего рыбака, который может со спиннингом наперевес поймать огромную там белую рыбу, и что у меня все в порядке. Зря. Вот отличный, в принципе, фарм на карася. Практически все зачетные караси клюет без перебоя. Я думаю, за час садок здесь забить проблем вообще никаких не составит. Ну, у меня, по крайней мере, такое мнение складывается. Единственное, конечно, если будет просадка по ветру, хотя вот он поднимается, как видите, 2 метра в секунду, это будет хуже клевать, если он еще больше поднимется. И если температура еще сильно упадет, тоже как бы карась не будет клевать. Карась не любит очень низких температур и большого ветра. Вот это будет тогда проблема. А так, на данный момент, проблем вообще никаких. Все круто. Ну вот это я поймал на той локации, а вот, это уже здесь. И круто вообще, меня все устраивает пока. И закилошники тоже ловятся, что не может не радовать. А где закилошники, там и трофейчик может где-то рядом скрываться, попадаться. Как бы не нужно такой, знаете, как отбрасывать такие мысли, что вот трофея не может быть. Может быть. Вообще трофей, как я понял, знаете как, вот именно гоняться за трофеем, это, конечно, идея интересная, и можно медали заработать, когда там полностью выловите там трофеев на определенном водоеме. Но трофеев можно выловить и вот так, просто тупо придя на место, ловить, 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 и в итоге хопа, вам попался трофейчик, и вот вы поймали. Я думаю, тут это работает. Это тут реализована такая штука. И не нужно именно там прям вот выжидать, гнаться там или еще что-то. Можно и так выловить, если вам повезет. Не может быть такое, что на одной точке вот ловится исключительно, вот ловится сейчас вот на вот этой локе, к примеру, трофей. И все, да, на других локах вообще не ловится. Ну, такого не может быть, я как бы не верю в такое. Я думаю, что несколько точек, и, естественно, на нескольких точках сидит трофейная рыбка, которую вы, естественно, можете без проблем вылавливать. Великолепный клев, отличная просто рыбалка, 24 рыбы за буквально тут, ну сколько тут, 10 минут, даже меньше, наверное, там больше набега я потратил. Класс, красота, красота. Вы мне напишите под этим видео обязательно в комментариях, следует ли снимать серии такого плана, потому что у меня в дальнейшем будут ловы в основном вот этих вот карасей, чтобы как-то нафармить на новые снасти. Если вам будет интересно смотреть, я буду снимать, как я ловлю этих карасей, как мы их продаем и так далее. Если не интересно, тогда, я не знаю, буду как-то снимать пореже видео. Но буду стараться выезжать на какие-то там водоемы и пробовать ловить какую-нибудь другую рыбу, чтобы вам было интересно смотреть. А потому что, думаю, вот так вот постоянный фарм на карася вас будет задалбывать. Но продвигаться будем медленнее с вами по удам, по деньгам, потому что должны понимать вы тоже, что времени у меня не совсем много. И снимать я могу практически всегда тогда. Нет, неправильно говорю. Играть я могу практически всегда, когда снимаю. Вот только вот в этот промежуток времени. То есть я, грубо говоря, поснимал серию, и еще там я полчасика могу там уделить игре поиграть. Ну, может быть, даже меньше. Когда больше, оно по-разному выходит. Но как бы особо развитие, если я там буду бегать по каким-то другим прудам, а не фармить, денег мы с вами не поднимем. А так, если мы нафармим с вами бабок, купим хотя бы один нормальный спиннинг на Амура, потому что я вот хочу стартануть именно на Амура. О, видели? Сейчас вот почему-то не написала, что рыбка сидит, а рыбка сидела. Странно. Может, багнулась немножко. Ну и ладно. А я хочу именно на Амура, потому что его будет интересно посмотреть. И вам, да и мне будет интересно очень половить эту рыбу. А если не будет нормальной снасти, то, естественно, какой лов Амура? О чем речь? Тут только тогда караси будут сниться нам во снах постоянно, и все. И Амур, мы забываем за Амура вообще. Гляньте, я в восторге, я просто в восторге.
Давно я так не ловил. Такой клёв у меня был только один раз, когда я поставил гороховую кашу ночью в дождь на ленёвой локе на остроге, и у меня вот пошел вот такой вот клёв. У меня примерно вот так вот часа два игрового времени или 2,5 клевал карась там серебряный. Вот это был клёв. Я тогда думаю, нифига себе, вот это пошло. Я же вам, естественно, это место показал потом. Здесь я тоже, смотрите, вообще, я в восторге. Вот это, наверное, килошник будет. Не, хотя завел в этот, в оранжевую зону. Думал, килошничек стопудово. Интересно, потом реализуют вот эти все возможности, что когда в кувшинке или в траву кинул, то все, у тебя там 100% зацеп снасти. Нету никаких вариантов, что у тебя вот не будет зацепа, да? Вот кинул в траву, все, зацеп. В кувшинке зацеп. Все, вот, и вот у тебя постоянно зацеп. Если реализуют, будет намного тяжелее играть. Но будет реалистичнее в несколько десятков раз. И тогда будет вообще просто волчий вой, знаете, среди игроков в этом плане. Но о реальности, конечно, поднакрутит это очень сильно. И очень много. Класс. Может кто-то скажет, что я очень часто хвалю это место, но реально я такого клёва. Только второй раз я в этой игре вижу такой клёв. Так бы всегда вообще в ней клевало. Цены бы ей не было. Тогда можно было бы играть вообще просто в великое удовольствие. Но на то она и рыбалка, что сегодня клюет, завтра не клюет. Все меняется. Если под реал брать, то в реале так и есть. Сегодня поехали, ничего не поймали. А завтра друган поехал и наловил полный садок рыбы. На том же месте, на том же пруду, вообще, на ту же наживку. Все может быть. Давление могло упасть, сильно жарко. Рыба там не брала, или там еще что-то, какие-то факторы, все может быть. Перед дождем там, может, хмарилось, да, там ветерок поднимался, тоже рыба там не брала, на глубину там ушла, допустим, или там в камыши там ушла. Все вот это, конечно, влияет. Ну, в реале, по крайней мере, так 100%. Я что, проворонил, что ли? Офигеть, как так? Вот я прозебал. Прозебал я, парень такой. Поклевочку. Итак, ребятули, и дамы, и господа, юноши, молодые люди и просто граждане различных стран, которые только есть в нашем мире. Но меня, не думаю, что меня смотрят со всех стран. Надо посмотреть аналитику. Я готов рекомендовать это место вам. Как видите, все подкреплено моими знаниями, да, моими, так сказать, реальными фактами. Вы видите сами, что здесь клев есть, поэтому если вы слоняетесь по каким-то другим прудам и ловите тоже карасей, там ищете уловистые места, то в принципе можете свободно приходить сюда. Насадка, самая обычная перловка, даже не каша, а обычная перловка, крупа. Надеваете на крючок и погнали ловить гибридосов. Не гибридосы, караси. И погнали ловить. Так, ну я сейчас думаю, давайте я доловлю где-то, наверное, до полного садка, а потом мы с вами пойдем продадим и посмотрим, естественно, сколько у нас получилось по деньгам. Все, время мое вышло, надо сейчас срочно бежать, ребят, поэтому смотрите, 68 хвостов, грубо говоря, за полчаса мы наловили, и у нас в кафехе очень неплохая подборка по рыбе. Ротан. Мы можем отдать трех ротанов. Естественно, отдаем самых плохих ротанов. 5 монет. Ляп упала на карман. Карасики. Карасики мы тоже отдаем таких. Не очень. Не айсовых, не айсовых. Еще 8 монет ляп. Это у нас уже сколько? 12 получается. 13. 13, прошу прощения, 13 получается. И вот еще, да, там прям вниз мотать мне немножечко лень. А, ну хотя я нормально всех выбрал.
И еще 24 монеты мы заработали с вами исключительно на кафехе. Больше у меня ничего такого не упало. 24. И теперь давайте посмотрим, что нам предвещает рынок. 60. О, 70, 84 монеты, ребят, за полчаса. Я считаю, что это очень офигенный результат для новичка, поэтому я смело рекомендую это место для ловли. Если у вас нету фидеров, как у меня, ловите махами. Несколько часов ловли махами, и вы уже сможете накопить по 150 серебра на вот эти вот фидеры, на вот эти вот сборки. И потом свободно ловить на фидеры и прокачивать себе, естественно, навык. Всем вам огромное спасибо, кто посмотрел. Ставьте большие пальцы вверх, набирается 20 лайков, выходит следующая серия. С вами был Акамарачи, желаю вам ни хвоста, ни чешуи, и всем до скорых встреч. Пока-пока. А, подписываемся на канал, ребятки. Не забываем. Пока.